фотография. Тогда мы были молоды и неистово жаждали личного подвига. Мы так хотели, чтобы судьба была нашей счастливой. И лишь твоим ребятам удалось дожить до победы. А тогда, в далеком 41-м, мы были счастливы! А вы представляете, как будет здорово, когда мы, будучи бабушками и дедушками, будем рассматривать эту фотографию. Интересно, а что с нами будет в будущем? Я великая фея, богиня предсказаний. Я предскажу, что ждет вас в будущем. Кем стану я? Ты будешь комиссаром. А что будет со мной? А ты будешь великим поэтом. А что произойдет со мной? А ты будешь очень счастлива с мужем. И у тебя будет много детей. А что случится со мной? А ты возглавишь самый большой в мире дворец пионеров. О, великая фея, да сбудутся твои предсказания! А давайте танцевать! А давайте! Защитники нашей земли, прощайте, прощайте, прощайте. Пожары пылают вдали, в суровых боях защищайте родную землю свою. Прощайте, прощайте, прощайте. Желаем удачи в бою. 1418 долгих дней и ночей длилась самая страшная, самая жестокая и кровопролитная война. И только благодаря непобедимому патриотизму советского народа мы выстояли и победили. Добрый день, уважаемые земляки! С праздником Великой Победы! Вот уже в который раз звучит победная весна. Победная весна в битве советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Новое поколение навсегда запомнили и пронесут через века героическую летопись народа в годы Великой Отечественной войны. В наших сердцах и сердцах наших потомков навечно будут жить имена героев-земляков, не пожалевших жизни за будущее родных и близких. День Победы – главный праздник для каждого из нас. Важен он потому, что в каждой нашей семье есть свой герой Великой Отечественной войны. Кто-то погиб, кто-то пропал без вести, а кому-то довелось дожить до светлого дня победы и вернуться домой. Молодым навсегда. Это просто война.
олицетворяет неразрывную связь народов и поколений. Праздник, который учит беречь и любить мир. Уважаемые земляки и гости, со словами поздравления обращается Ольга Иосифовна Бобко, председатель Огаревичского сельисполкома. Добрый вечер, уважаемые земляки, жители агрогородка Огаревич. Уже почти 80 лет назад произошло событие, о котором мы с вами помним всегда, и особенно в майские дни. Победная весна 1945 года. Наверное, не было ни одной семьи, где бы этот праздник не отмечали и не будут отмечать. У кого-то воевали дедушки, бабушки. Для нынешнего молодого поколения это уже прапрабабушки, прабабушки, прадедушки. И сегодня, по старой доброй традиции, нам напомнили о том, как теплыми вечерами в семьях всегда листали альбомы фотографий. И мы, старое поколение, поколение, которое пожило на этой земле, нашим детям и внукам, листая фотоальбомы, обязательно рассказывали о тех, кто на этих фотографиях есть, кем он был. К сожалению, в наше время, наверное, это же большая редкость, когда мы с вами листаем такие фотоальбомы. На смену фотоальбомам пришел интернет. Но даже в интернете мы можем нашим детям показать и рассказать, благодаря кому мы с вами сегодня можем спокойно сидеть в этом зале, смотреть концерт, думать о чем-то приятном, и верить в то, что у наших детей и внуков будет завтра еще лучше жизнь, чем у нас с вами. Вот этот День Победы в 1945 году именно дал нам всем возможность жить и радоваться. И я надеюсь, что сегодня, передавая из поколения в поколение память о тех, кто погиб, память о тех, кто вернулся домой и работал здесь, не покладая рук, будет жить вечно, потому что именно память помогает нам помнить и жить ради того, чтобы наши дети и внуки вступили в светлое завтра. Поэтому, когда мы говорим о 9 мая, я хочу всегда помнить о том, что мой, ваш предок, а мой дедушка дошел в свое время до реки Одер в Польше и встретился там с американцами. К сожалению, этих людей в большинстве уже среди нас нету. И если вы их помните, то и помните, наверное, что они были очень скромными. И они никогда, даже если их просили, не рассказывали о тех ярких моментах, которые были в их жизни.
они всегда старались промолчать и говорили, что это просто жизнь, и я не хочу об этом вспоминать. Поэтому сегодня, для того, чтобы вот помнить это все, наверное, кому-то что-то рассказывали. И я бы очень хотела, чтобы мы своим детям и внукам тоже пытались это рассказывать. Да, это не очень приятные вещи, но видя, что творится кругом, это необходимо делать. Потому что мы все хотим жить в мире. И очень хорошо утром просыпаться, когда ты открываешь глаза, у тебя светит солнце. И говорить всем доброе утро. А днем, идя на работу или работая в поле, подняв голову небо, радоваться тому, что над тобой добрый день. А вечером тебя ждет семья. И добрый тихий вечер. Так вот, чтобы всегда было так, всегда есть День Победы. 9 мая 45 года. Уважаемые земляки, я надеюсь и верю в то, что это праздник всех и каждого. Поэтому я сегодня искренне от души и себя в том числе поздравляю с этим днем, с Днем Великой Победы, с днем, который подарили нам, взрослым и малым, наши дедушки и прадедушки. С праздником! Спасибо, Ольга и Иосифовна, за искренние и добрые слова, пожелания. Мы также поздравляем вас с праздником, с Днем Великой Победы. Прошли годы, страна залечила военные раны, но песни военных лет звучат и сегодня, потрясая сердца. Они нисколько не постарели, они и сегодня в строю. Сколько их, прекрасных и незабываемых, и у каждой своя история, своя судьба. Эту песню знал каждый солдат на фронте, каждый человек в тылу. Его сегодня знает весь мир. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу растаем. Наш ждет огонь смертельный, и все.
плечах тех, кто провожал своих родных на фронт. Он обвивал плечи тех, кто уходил на войну вместе с любимыми, чтоб добыть для нас победу. Thank you.
Какие песни мы не пели, поем мы песни той войны. Солдаты сняли с плеч шинели, но им все снятся те же сны. Снова из тунга в каленых огня лупят зенитки три ночи, три дня. А в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня, а эти тучи голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой.
рассвете, когда гремел салют из края в край, солдаты подарили всей планете великий май, победный май. Еще тогда нас не было на свете, когда в военной буре огневой судьбу, решая будущих столетий, вы в бой вели, священный бой. Еще тогда нас не было на свете, когда с победой вы домой пришли. Солдаты мая, слава вам навеки от поколений и детей земли.
нашего народа. 78-я годовщина победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вся история войны от событий 1941 года до последних ударов по немецким войскам советской армии представляет собой эпопею невиданного героизма. Сколько бы лет и десятилетий не прошло, люди земли снова и снова будут низко склонять головы перед подвигом народа, одержавшего победу в той страшной и кровопролитной войне. Радостью. Только 9 мая цветы в руках детей горят символом мира и созидания, а улыбки на их счастливых лицах свидетельствуют о том, что пришел великий праздник – День Победы! В
Thank you.